Золотые горы. Вкус для каждого. Польза для всех. Лето – сезон отпусков, но не у всех есть возможность уехать в далекие края. Однако устроить курортную трапезу в ваших силах. В эфире шоу «Магия кухни» и я, его ведущий, Мурат Мутурганов. Творить на нашей кухне будет су-шеф заведения «Баста Паста» Абдурахман Виноградов. Абдурахман, здравствуйте. Здравствуйте. Необычное у вас имя, как скороговорка. Правильно я говорю, Абдурахман? Многие удивляются. Ну да. А от чего такое имя у вас? Кто вам его дал? Это связано с тем, что мне его дали в мечети еще 5 лет назад. Получается, вы метис? Да. Абдурахман Виноградов. Профессиональное образование повара-технолога получил в Китае. Вообще же, на кухне уже с подросткового возраста. За эти годы молодой повар успел поработать не только в нашей стране, но и в Малайзии. Для Абдурахмана особо запомнился его первый учитель кулинарии, шеф-итальянец Алессандро, который обучал его всем тонкостям итальянской кухни. Абдурахман с особой любовью относится к средиземноморской и грузинской кухням. В свободное время от работы и спорта повар с удовольствием готовит для друзей и близких. Ну, здорово. Метисы всегда очень красивые, очень талантливые. Ну, насчет красоты, наверное, девушки сейчас отметят. А насчет таланта уже отмечу я и наш гость, который сегодня присутствует с нами для того, чтобы украсить нашу замечательную с вами магию кухни. Она очень талантливая певица, солистка группы «Кофеин». Зовут ее Дина Раисова. Давайте поприветствуем аплодисментами нашу девушку. Дина. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас поцелую? Да. Как настроение у вас? Здравствуйте. Вы готовы? Хорошо. Сегодня нас удивлять. Да, все-таки кухня, это, наверное, по большей части по моей части. Совершенно верно, но мы бы все-таки хотели от вас сегодня услышать пару ноток, если это возможно будет в дальнейшем. Да, конечно. Да, отлично. Ну, от нашего шефа мы сегодня тоже будем получать удовольствие в том, что приготовим очень необычные вкусные блюда. Правильно же? Но прежде чем мы приступим к магическому действию, позволю себе напомнить о нашем генеральном партнере компании Евразиан Фудс Корпорейшн. Соусы и масла от брендов «Три желания», шедевр «Золотые горы» украсят любое наше блюдо. Итак, мы начнем сегодня очень необычно. Мы начнем с десерта, правда? Да, сегодня мы начнем с десерта. Расскажите. С традиционного итальянского десерта тирамису. Сегодня нам понадобится для этого вишня в сиропе. Вишневом сиропе. Сироп вы сами делали? Да, сироп сами сделали. А как он делается? Сироп, сахар там и добавление вишни. И потом мы ее оставили на 12 часов тоже. Вишню. Замариновали. Да, чтоб, да. Все ясно. Потом нам понадобится печенье савоярди для нашего тирамису. Как печенье называется? Савоярди называется. Ага. Так, оно потребуется... такое воздушное, внутри пустое, да? Да, потребуется сахар. Из него мы сделаем сахарную пудру сами. Сами? Яйца, кофе, какао, маскарпоне, сыр. И все на этом. В принципе, не так, сложно, да? Да. Да. Сегодня начнем с сладкого готовить. Сам. Начнем с десерта. Любимый десерт. Вот, я хотел спросить. Я сказала по секрету. Многие девушки, они же следят всегда за диетой, чтобы ни в коем случае не поправиться. Ты на себе позволяешь? Да, конечно, только... кушать. До 6, конечно, если да. Так, а если время перевели на час назад? Помните анекдот, когда девушки сидят? Ой, не могу кушать, не могу уже 6. Официант говорит, так время же назад перевели. А, тогда могу! Вот такая же ситуация. Дина, а готовила ли ты сама хоть раз тирамису? Тирамису, правда? Нет, не готовила. Ни разу. Я вот думаю, что после сегодняшнего нашего мастер-класса от нашего шефа у тебя получится приготовить своей по группе солистки Анели, да? Обязательно. Итак, приступаем? Итак, да, начнем с самого простого. Будем разделять яиц. Белок от желтка. Вот давайте здесь будет нам удобней. Да. Здесь начнем нам будет вот удобней. С яиц. Дина, ты, наверное, вот умеешь отделять. Да, умею. Да? Если мне, конечно, разрешат. Да, да. Разрешим Дине? Конечно, разрешим. Конечно, у нас сегодня очень добрый шеф, поэтому сейчас мы тару только принесем. А знаете, как переводится тирамису с итальянского? Тирамису? Тирамису переводится как «тяни меня вверх», «поднимай меня вверх», «тирамису вверх». Тирамису. Ну, да. Да, переводится. Да, я просто говорю на итальянском, поэтому знаю. Вот, и настроение всегда поднимается после любого сладкого. Вас прошу, я попрошу сделать из этого сахара нам пудру. Ох, а как? Нужно будет взбить ее в блендере. С чем? Буквально пару минут. Просто сахар измельчить. Сам сахар? Да, сам сахар измельчить нам понадобится. А в какой таре это будем делать? Так, это нам для этого понадобится блендер. Да? У нас он есть? Это же магия кухни, смотрите. Обязательно нужно будет взбить 2 минуты. Вот так вот. Так, надо так, его подключим. Одну минутку, розетку. Как у вас получается разделить желтки и белки? Ой. Все, отлично.
Ничего страшного. А. Так, теперь вас я попрошу, наверное, сбить их. Угу. Так, тоже подключим наш миксер. Для наших телезрителей, кто только присоединился, напоминаем, что сегодня мы необычно очень готовим. Сегодня мы начинаем с того, что приготовим десерт, потому что его необходимо будет поставить в холодильник, а после чего... Итак, мы готовим тирамису с черешней. Так, все-таки, подождите, мы с вишней или с черешней? У нас это что? Это у нас черешня. А, так это черешня, да, все-таки. Все, друзья мои, тирамису с черешней, ничего бывает, а потом мы перейдем к нашему горячему второму блюду. Правильно я говорю? Да, все, так, абсолютно что? Верно. Слушайте, ну вот, что не делал я в этой жизни, так ни разу не измельчал сахар. Вот, потому что теперь он... вы впервые измельчите. Так, что уже там? Процесс идет и без нас. Угу. Все, вот, у вас все, вот, весь сахар прям высыпайте, угу, аккуратно. Мы из него сделаем пудру для того, чтобы... Я объясню, почему мы избиваем этот сахар. А пенки достаточно? Нет, белок нужно сбивать до однородной массы, чтобы он прям воздушный у нас стал. Еще больше, больше. Еще больше. Да, сбивайте. Так, сейчас сбивайте, ничего не говорим, сбивайте. Я до конца. Теперь я добавлю вам желток сахара. Mm-hmm. Все, вот этого хватит. Так, слушайте, вас на меня можно я посмотрю на... Да, прошу. Вам добавим маскарпоне, угу, сыр сюда. Маскарпоне. Попрошу его растолчить желательно ложкой. Все, сделаю. Удобнее было сбивать нам. Делаю, делаю, безусловно. Так. А можно посмотреть на пудру? Мне просто интересно. Пудра, да, вот там. Мне кажется, уже достаточно. Добавим. Надо же, необычно, как можно дома самим, да, сделать пудру? Да, это... Я делаю все приближенно к домашним условиям. Вы даже молодец, начиная какой, от пудры. Так, теперь... Вы не женат? Нет, пока нет. Девчонки, я говорил о том, что метисы всегда очень талантливые и красивые. Уже достаточно, да? Оцените нашего шефа сегодня. Нет, белок еще не до конца. Но можно, можете желток сейчас сбить. Ага. Дина, получается у тебя? Да. Сейчас. Слушай, ну ты вот, осторожно, ты недавно в группе, правда же? Да. Ну давай, ты завершишь, потом осторожно, мы тоже говорим. Осторожно, осторожно. Ничего страшного, сбивай. Моя семья обожает десерты. Честное слово, вот. Еще можете чуть-чуть сбить. Моя мама делала когда-то тирамису мне дома, а я вот ни разу не делал. Сам рецепт вы не помните, да? Нет. А как вы относитесь к самому этому десерту? Ой, я, честно, я сладкоежка, я абсолютно любой десерт люблю. Поэтому, посмотрите, достаточно? Да, да, да? Все, угу, прям все как нужно сделаем. Угу, замечательно. Так, теперь добавим ваш желток. Угу. Добавим наш сыр маскарпоне. Обратим внимание на то, что белок нам нужно сбить до воздушной консистенции, чтобы он прям полностью поднялся и не осталось совсем жидкой структуры. Давай помогу, если хочешь. Еще можете до максимума сбивать. Да. Чувствую, будет очень вкусно. Угу. Ну, с твоих-то рук. Конечно. А можно я скажу, что я все это сама приготовила? Конечно, абсолютно. Я Нельсон Пенни. Расскажу вам, как создается шедевр. Трижды отфильтруем лучшее свежее масло. На этом этапе рафинации уйдет все лишнее, а нам останется только масло. Заморозим, чтобы в нем не появлялся осадок. И напоследок удалим посторонние вкусы и запах. Итак, мы создали шедевр масла высокого качества, которое подчеркивает натуральный вкус ваших блюд. Если масло, то только шедевр. Белок мы сбили, вот, да, вот, примерно такой консистенции. Покажем зрителям, смотрите, вот наш белок. Итак, все, напомню еще раз, это, конечно, такой. Мы отделили, значит, желток от белка. Желток мы добавили сейчас в маскарпоне. Да. Сахар мы превратили в пудру, добавили в белок и все это перемешали. У нас получилась, да, такая вот... Сейчас. Теперь дальше у нас что? Перейдем к следующему процессу. Угу. Теперь вот мы здесь размешали маскарпоне с желтком и с сахаром. Это все надо перемешать? Да, теперь это нужно сбить с блендером. А желток наш мы добавим, ой, белок добавим в конце. Угу. Для того, чтобы сейчас он, мы... да. Так. Теперь нужно это вас сбить. Вас попросим. Я прошу, Дина. Да, у вас это хорошо части получается. Чуть-чуть поаккуратно. Так, почему так идет? Может, его потише надо? Не, вот так прям. Вот так. А, вот так. Все? Давай, Дина, забрызгай нас маскарпоне и желтком. Спасибо, Дина. Всегда мечтал быть. Весь желтке и маскарпоне. Все, вы теперь сбили весь крем. Теперь обязательно нужно обратить внимание именно на этот процесс того, что нам нужен белок сбитый. И видите, да, если мы его размешаем с миксером, тогда он
осядет у нас. И у нас не будет пышного крема, не получится. Именно вот на вот эти нюансы прошу обратить внимание. Хорошо. Теперь это мы аккуратно должны перемешать для того, чтобы он у нас не осел. Опять нашим блендером? Нет, не блендером. Теперь здесь уже ложкой. Ложкой уже, вручную. Да. Но раз здесь мы с ложкой, уже... я бы тогда хотел у Дины спросить. Дина, любишь ли ты готовить в целом, неважно что? Да, я очень люблю готовить. Угу. Правда, не всегда получается. Ну, ничего. Но я любительница. Кофе какой должен быть? Не имеет значения? Кофе, да, растворимый. И если вы в домашних условиях готовите, то тогда желательно растворимый. Вот иногда, когда кушаешь тирамису, то почему-то привкус алкоголя. Да, но в некоторые в него добавляют. Видите, из рецептов приготовления тирамису, их, наверное, бесконечно вариантов. И каждый добавляет. Кто-то добавляет коньяк, кто-то... там ликеры добавляют. Но вы на основе кофе. Да. А я, да, традиционный безалкогольный десерт. Безалкогольный, да, мы только рады. Да, теперь вот я вылью кофе в чашку, чтобы нам было удобнее. Удобнее. Горячий, я смотрю, пар уходит. Да, это желательно, чтобы кофе был горячий. А, вот так, но да? И не сильно прям. Ну, понятно, теплый, да. теплый. Так. Так, теперь это... Можно вот это я уберу, или он понадобится нам еще? Да, этот уже все нам. Да, потому что он мешает Дине. Сейчас, секундочку. Итак, что у нас сейчас по плану? Рассказывайте, командуйте вот нами. Вам, Дина. Так, по плану нам сейчас... Я сейчас смажу кремом. Кто-то из каким вас будет... Каким кремом? Который мы сделали? Кремом, да, который мы вот. Втроем сделали наш крем. Вот он. Какой получился. Супер. Главное, воздушный, чтобы был. Так. То есть он должен быть не слишком густой, да? Да. И не слишком такой жидкий. Абсолютно. Вот теперь... у нас получился, да, именно такой. А получается, три яйца у нас, да, было? Да, три яйца. Напомню еще, три яйца, маскарпоне целый. Да. Сахар. А сколько грамм сахара, кстати? Сахар около 120 грамм. Около 120. Да. Половина стакана получается. Да, половина стакана. Теперь... Я смажу кремом снизу нашу форму для тирамису. Давайте так вот откроем нашим тизин, чтобы было видно. Чтобы было все видно. Теперь смажем. Тем временем я вот начинал у Дины спрашивать о том, что ты недавно в группе. Да? Как попала ты? Как так случилось, что ты оказалась в группе и стала певицей? Расскажи нам. Конечно, изначально это была моя детская мечта. Как бы я всегда к этому стремилась, и как только я узнала, что идет кастинг, я решила попробовать свои силы, пришла на кастинг. Конечно, это было очень нелегко. Я проходила экзамены в течение 3 недель, и то есть мне еще не говорили как бы конкретно «да» и «нет». То есть... Мучили тебя. Интрига была. И, конечно, по окончанию 3 недель мне уже предложили быть в группе. Я согласилась, и сейчас я веду активную деятельность в группе. Мне очень нравится. На самом деле у нас очень дружный коллектив касательно и организаторов, и нашего директора. И продюсера. Непосредственно. Да, и продюсера. То есть... Работа идет в целом все хорошо. То есть с Анель у тебя нет разногласий, вы очень дружны. Нет, мы абсолютно. Все отлично. Это здорово. Дружны. Мы убеждаемся в том, что если действительно ты веришь в свою мечту, если ты веришь в свой талант, то все в твоих руках. Никогда не сдавайтесь. Нет. Обязательно. Все, переходим дальше к следующему этапу, а то мы отвлеклись немножко. Начнем смачивать в кофе наше вот печенье сало-верди, да. Самое главное. Насколько надо его. Самое главное, чтобы мы его, когда смачивали, эти печенье сало-верди, чтобы. Вот эта основа осталась вверх, наверху. Какая основа? Я не понял. Вот, видите, здесь с двух сторон. Вот так. Это. С этой стороны здесь более толстая прослойка идет. Именно толстая это, должна быть сверху. Именно этот секрет все нужно, чтобы использовать, чтобы оно не размякло в дальнейшем наше тирамису. Друзья мои, если вдруг вы решите попробовать, то запомните, именно толстая часть нашей печеньки должна быть сверху, да? Сверху. А можно Дина попробует? Да, конечно. Я думаю, у нее получится. Ди. Если будет помогать, еще будет лучше. Конечно. Так. Все, вот это квир. Абсолютно верно. Не перепутай. Квир у нас. Как вам понравилось? Да. Продолжить хотите? Да, конечно. Давайте. Ну, я думаю, что всегда убеждаюсь в том, что с рук девушек всегда десерт получается намного прекрасней. Тем более правда? Десерт, да. Вот у нас уже тирамису готов. Первый уровень готов. Отлично. Теперь сейчас мы смажем обратно крем. Все эти прослойки нужны. Посмотрите, первый слой, он был очень тонкий такой, да? Да, он тонкий. А второй, он чуть-чуть поплотнее? Да. Уже поплотнее. Ясно, потому что мы сверху будем укладывать второй, да? Да, сверху будем третий. Все ясно.
Ну, и только два слоя будет у нас. Все ясно. А как долго в холодильнике должен находиться тирамису? Ему 2 часа хватит. 2 часа? Да. Это минимум. 2 часа остается, и все. Это минимум. Минимум 2 часа, друзья мои. Ну вот, после 2 часов? Терпение, только терпение. Большинство, наверное, ставят в холодильник, проходит 10 минут. Ай, ладно, не будем ждать, съедим, да? Дина, ты, наверное, так сделала? Да, обязательно. Ай, съел, ладно. Есть начальные навыки кондитера. Да, есть? Дины, да, кстати. Да? Аккуратность есть. Ну, конечно. Ух ты. Можно будет задуматься. Так, кошка, давай сюда, Дина. Давайте Дине тоже дадим возможность. Посыпай, Дина. Да. Сегодня ты гость, сегодня ты девушка среди нас одна. Мы поэтому... убирать будем пока. Все, убирать не будем, вы лучше проконтролируйте, чтобы все было. Я здесь все приберу. Все, как хорошо. Это делается? Все прям сыпьте не будете побольше. Сыпьте, сыпьте. Так. Воу. Прям смелее, да? Да, прям смелее, прям выше можете поднимать. Чтобы... Да, чтобы во все места он поспался. Вот, вот. Прям полностью нам нужно. Наша цель полностью засыпать его. Дина, обещаешь, приготовишь такое дома? Обещаю. А? Ну, правда же легко. Ну, ничего сложного, да? Да. А у меня папа очень любит сладкое, поэтому да? Я вот думаю, удиви, обрадую его. Все, так. Все? Еще чуть-чуть? Все, процесс тирамису у нас закончен. Так, а черешня для чего? Я не понял. Черешня — это в дальнейшем, когда мы будем при отдаче для декорации. Так это рано мы еще. Да, это слишком рано. Ну что ж, друзья мои, самое время отправить это все, всю красоту в наш холодильник, подождать какое-то время, и будет готов наш тирамису. Так что терпение и только терпение. У каждой хозяйки десятки секретов. Салатов, пюре, запеканок, омлетов. С брокколи, рукколой, тмином и кинзой, камамбером, рокфором, чеддером, брынзой. С уксусом, солью, молотым перцем. С любовью, душой и от чистого сердца. С мясом, без мяса, с начинкой и без. Сотни рецептов. Один майонез. Майонез «Три желания». Нередко в рецептах, где ингредиенты необходимо панировать, можно встретить загадочное понятие «лиезон». Сегодня азбука кулинара раскроет значение этого французского слова. «Лиезон» – это процесс взбивания яйца до того момента, когда он поступит в панировку. Сейчас я вам покажу именно этот процесс. После чего мы его отправляем в наши панировочные сухари. Вот именно этот процесс, который до окунания сухари является и называется лиезон. Итак, дорогие друзья, мы переходим к нашему второму блюду, к основному и очень вкусному. Это у нас что? Это у нас семга на гриле. Семга на гриле, друзья мои. Нам понадобится все очень, очень просто. Нам понадобится сама семга, правда? Да, же? Семга сама, тимьян. А нам понадобится руккола, черри, помидор и лимон. И это у нас масло. Это белое вино. А, белое вино. Сливки. Сливки. И пергамент обязательно. Обязательно. Для чтобы жарки. Пергамент нам обязательно понадобится, чтобы записывать. Нет? Нет. Итак. Чтобы запечь. Все понял. К чему мы приступаем сейчас? Так, мы начнем с подготовки семги. Как мы ее будем готовить? Мы ее... Так, нужно ее посолить, поперчить. Посолить, поперчить, одну минутку, да. Все это есть. Дина, тебе доверим, посолить, поперчить, прошу. Посолим, поперчим. Ножиком аккуратно не порежься, пожалуйста. Все, прям все правильно. Мы какие-то надрезы будем делать на рыбке? Нет, надрезы не будем. Все, я уточняю просто. Все, так. А я предлагаю сегодня упростить, нам не понадобится пергамент. Мы это все сделаем на гриле, как вы думаете? На гриле, да, но с помощью пергамента. Для того, да? Чтобы семга не прилипала. О, вот так вот. Интересно, что-то это новенькое. Что-то новенькое. Так, вас попросим. Масло понадобится? Масло, да, обязательно. Какое? Сливочное. А сливочное? Подсолнечное. Подсолнечное. Да, извиняюсь. Так, вам потребуется... Нам давайте потребуется масло. Ну, да. Мне скажешь. Сейчас пусть разогреется, да, все. Минуту. Подождем. Тем временем вас попрошу приготовить нам гарнир к нашей семге. Обыкновенный лист. А, нет, обыкновенный руккола и черри. И сок лимона. Что все. Необходимо резать? Да, мы нарежем его просто. Можете на 4 дольки разрезать. Вот, вот так идеально подойдет. 2 черри нам абсолютно хватит. Или если хотите, можете 3 порезки. Хорошо. Так.
все у вас. Ее желательно со всех сторон посолить. Да, вот, например, здесь соль остается прямо тут. Вот, чудесно, чудесно, чудесно и вкусно. И быстро, и быстро. Кстати, для наших телезрителей, если кто-то вдруг пропустил какой-то из выпусков нашей программы, то все очень просто. Заходите на сайт khabar.kz и все выпуски в архиве можете увидеть. Да. Дина, а как ты относишься к казахстанским продуктам? Казахстанским продуктам? Да. Ну, обычно мы берем, конечно же, стараемся брать все отечественное производство. А почему? Вот я, например, беру, во-первых, потому что это дешевле. Во-вторых, это все приготовилось у нас в стране, и тут же мы это покупаем. Не так, что когда с другой стороны это же везется целыми неделями, а то и месяц проходит, правда? Да, это да, все да. Может да, пропасть. Пока. А наша казахстанская свежая, оп, готова, и получил. Вот я из-за этого. Да, ты прям все мои факты взяла и перечислила. В общем, мы все вместе выбираем наше казахстанское и доверяем нашему казахстанскому. И сейчас мы переходим к тому, что укладываем и обжариваем кусок пергамента. Да. Вкусный, когда обжарили. Мы положим пергамент сразу на разогретую сковородку. Так. Масло мы добавили? Нет, масло мы добавили в сёмгу, и сейчас мы добавим еще сюда тоже. Так. Пергамент мы ложим сюда для того, чтобы наша сёмга не прилипала, так как это очень нежное мясо у сёмги. Чтобы она у нас получилась красивой со всех сторон. Красивая сёмга. Идеально со всех сторон мы ее посолили, подсечили. Все получится вкусно именно потому, что я заправляла. Вас попросим гарнир готовить. Да, вы. Вам нужна чашка теперь. Сейчас будет. Руккола. Все, она грязная, посыпаем. А вот сюда можно. Руккола. Прям побольше положим. Руккола. И вот ложите свои черри. Это будет как легкая закуска перед сёмгой, для того, чтобы аппетит разогрелся у нас. Так, соусом кто из вас займется? Соусом, ну, конечно, Дина. Давайте я. Дина, так, вам потребуется сковородка, сейчас я вам её дам. Все самое сложное сегодня достается Дине. Да, тяжело быть девушкой. Да. Вот даже этот сотейник подойдет. Так. Теперь. Так, вот. Желательно на этом огне подогреть, тоже, чтобы оно у нас сильно прогрелось. Потом добавим белое вино, именно на сильно разогретую сковородку. А, то есть надо разогреть, да? Да, обязательно. А переворачивать не пора, как думаете? Нет еще. А добавить нужно если все? Вы хотите, попробуем. Нет, ну, как вы считаете? Еще вот. Скажете? По 2 минуты с каждой стороны. Все? Теперь вам обязательно понадобится вилочка, когда вы будете заливать сливки в вино. И да, чтобы оно не свернулось, нам нужно обязательно учесть этот момент, чтобы у нас соус был нормальный, как говорится. Нет, не сейчас. Когда сливки мы не добавляем. А, я думала, что... Все, сейчас мы выпарим наше белое вино. А вы прям на глаз наливаете, да? Да, буквально 10 миллиграмм. Пергамент какой вредный попался нам, а? Прилипал. Наверное, влюбился в рыбу, раз прилип к ней. Так, ваш соус немного сильно огонь сделал. Так, для соуса нам понадобится еще веточки тимьяна. Мы добавляем вино? Да, да. Разогрето. Или чуть позже? Этот, стебельки оставить, а листочки оставить. Ух, чуть-чуть. То есть вот так, да? Да. Можете добавлять сливки. Давай, Дина, я продолжу, а ты добавляй. Давайте я буду добавлять. Вы будете... Я буду размешивать. Да, размешивать. Все, мешайте. Вот, правильно. Игнор тоже... на глаз вы делаете, да? Да, буквально тоже 10 миллиграмм. Теперь все, можете закидывать листочки тимьяна. Так, давайте это все сделаем. Все, или размешивать? Все, мешайте. Так, теперь чуть-чуть соли и чуть-чуть черного перца. Так, чуть-чуть. Наш соль. Чуть-чуть перца. Да. Вот. Может, еще какой чуть-чуть. Аромат классный. Да, так. Это тимьян, кстати. Сёмга, она у нас уже почти готова. Сёмга, насколько вы сами знаете, это очень нежное мясо. Да, она быстро. И она очень быстро готовится. И поэтому она у нас уже желательно это
это блюдо доводить вместе одновременно с соусом, чтобы все готово для нашей отдачи было одновременно. Чтобы и соус не ждал, и наша рыба не ждала наш соус. Для гарнира мы будем использовать помидоры черри и рукколу. Это мы сюда добавим также соль. Добавим немного масла. Я попшилась. Да, масло. Конечно. Шедевр совсем немного. Совсем немного. Все. Теперь добавим еще чуть-чуть масла. Мне кажется, тут уже все густеет. Все уже, да, готов. Лимон как порезать? Соус готов, да. Можно пополам включить? Не, лимон пока сейчас. Лимон нужно нам, смотрите. Сок гарнира нужен будет сюда выдавить. Прям можете выливать для такого вкуса. Кажется, чуть-чуть передержали мы рыбку, а? Чуть-чуть. Чуть-чуть, можете с другой стороны. Да, я переверну, да, уже. Теперь нашу рыбу. Ну и ножик не понадобится, просто вилка и все. Все, да, теперь ваш соус. Сара, и все. Так, соус теперь. День. Ваш соус. Прошу. Прямо вот так сверху можете, по всей семье. Давайте, как же какие-то там не делать. Давайте, прямо вот так вот. Так. Пары. Ох, как аккуратно, аппетитно у нас все сегодня получилось. На гриле. На разогретую сковороду кладем пергамент. На него приправленную солью и перцем семгу. Смешиваем порезанные на четвертинки помидоры черри и рукколу. Приправляем солью и растительным маслом, а также соком лимона. Сухой раскаленный сотейник добавляем белое вино. И непрерывно помешивая, вливаем сливки. Для аромата опускаем в соус тимьян. Подаем рыбу под соусом и гарниром из овощей. Приятного аппетита! Итак, друзья мои, самое время украсить тирамису и, конечно же, попробовать. Итак, прошу, так, что необходимо нам? Что же будем делать с этой черешней? Теперь мы украсим тирамису. Так, посыпем какао сверху, поставим ложку чайную. Теперь убираем нашу ложку и ложим нашу вишню. Прямо на середину, где было. Ох, как. Давайте покажем нашим телезрителям. Оп, поверните. В ту сторону. Вот именно вот так вот. Тирамису с черешней. Белки отделяем от желтков и взбиваем в пышную устойчивую пену. Желтки смешиваем с сахарной пудрой, добавляем маскарпоне и превращаем в однородную массу. Аккуратно вмешиваем в ту же емкость белковую пену. Печенье замачиваем в кофе. Выкладываем на дно формы слой готового крема, сверху печенье. Продолжаем чередовать слои крема и савоярди. Отправляем тирамису в холодильник на пару часов. Перед подачей украшаем черешней в сахарном сиропе. Готово! Ну и самое время оценить, наверное, все-таки, Дина, начнем с нашей семги, правда же? А потом уже оценишь ты десерт. Или десерт? Не, наверное, все-таки будет логично. Да, прошу, да. Семга и так. Семга в твоем распоряжении. Оцени, скажи. Даже не хочется портить эту красоту. Но придется. Придется. Мне очень вкусно. Правда? Очень. Ну а теперь десерт, который мы так долго ждали, наш тирамису. Пожалуйста. Печеньки размокли, да? Мягкие. Тирамису вообще обалденный. Я обязательно приготовлю. Замечательно. Друзья, это было вкусно и душевно, вполне в духе гостеприимной нашей любимой страны Италии, чьими блюдами мы сегодня насладились. Ну и, конечно же, по традиции мы дарим вам, уважаемый наш гость и наш шеф, корзину с продукцией нашего генерального партнера Евразиан Фудс Корпорейшн. Это масло и соусы от брендов «Шедевр», «Золотые горы» и «Три желания». Итак, минутку. Это же магия у нас. Та-д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 а
Су-шеф, это вам. Спасибо. Замечательно. Друзья мои, настала пора прощаться. Смотрите «Магия кухни» на телеканале «Хабар». С вами был я, Мурат Мутурганов. Приятного вам аппетита! Кетчуп, три желания. Томаты, томаты и только томаты.